Старайся. Светлана Прокопенко, НГПСО. Анастасия Новикова, Тула. Анастасия Сипова, МГПСО. Алена Кучок, город Ногинск. Мария Мараева, Сарайск. Алла Венц, Ступина. Ксения Гаврилюк, Архангельск. Ангелина Шумкова, МГПСО. Виктория Чурикова, МГПСО. Дарья Конькова, Москва. Александр Фурник, Видное. Спортсмены представлены. Вес готов, морали, молитвы, подход. Только все за нас. Подход неудачен. Спортсменка вновь вызывается к этому весит. Морали, Мария, второй подход. Уважаемые зрители, пока спортсмены готовятся, мы с вами тоже можем потренироваться. Когда удачный подход, мы хлопаем и аплодируем. Внимание, подход удачен, аплодируем. Когда подход неудачен, аплодируем. Прекрасно, мы с вами готовы к тому, чтобы поблагодарить спортсменов за выступление. Мараева Мария, второй подход. Вес защита. Ассистента 17 нужна. Вот удача. Мы слышим бурные и продолжительные аплодисменты от наших зрителей. Спортсменка удача справляется, заканчивая урок с весом 17 кг. Установи 20 на штанг. Поправка 18 установить. 18 килограмм стоит. Этого веса будет вызвана Шумкова Никита, первый подход. Спортсменка выступает из-за высокого возраста 8 килограмм. Собственный вес 47 килограмм. МГПСО Москва. Вес готов. Шумкова Никита, первый подход. Вес засчитан. Конькова Дарья, первый подход.
Дарья выступает в весовой категории по 48 килограмм. Суммарный вес 46 950. Москва. МГФСО. Вес защищен. Афонина Дарья. Второй подход. Шумкова Ангелина готовится. Шумкова Ангелина. Второй подход. Конькова Дарья готовится к весу 21 килограмм. Вес защиты. Установить 22 на штангу. Афонина Дарья отказывается от третьего подхода, заканчивает рывок с результатом 20 килограмм. Крикнуть ура и браво! Они заслужили этого, ведь время уже достаточно много. Вес готов. Шумкова Ангелина. Третий подход. Увы, вес 21 килограмм не покорился спортсменке, закончила с результатом 20. Установить 21. 22 на штангу. Для второго подхода будет первый. 22. Второй подход Венс Алла. Спортсменка с легкостью справляется с этим весом. Конькова Дарья, второй подход. Вес защиты. Спортсменка с легкостью справляется с этим весом. Венс Алла, третий подход. Штанга у нас весит 24 килограмма. Алла выступает в весовой категории по 48 килограмм. Спортсменка. Конькова Дарья готовится. Бурные продолжительные аплодисменты встречают Аллу, когда она заканчивает рывок с результатом 24 килограмма. Конькова Дарья, третий подход. К весу 25 готовится Новикова Анастасия. Первый категорий сил Новикова Анастасия.
без защиты. Добрилюк Ксения, второй поправка. Добрилюк Ксения, во второй поправке. Ксения у нас из Архангельска. Стоп! Спортсменка еще не была вызвана, пожалуйста. Она подготовится только до рестации. В связи с перезаявкой первой к этому весу вызывает Сивкова Анастасия, второй подход. Готовится к Гаврилюк Ксения. Сивкова Анастасия вызвана на помост для второй попытки. 25. Стойте, 25. Давай, пошел, справляется с этим весом. Гаврилюк Ксения, второй подход. Подход неудачен. Ксения вновь вызывается к этому же весу через 2 минуты для того, чтобы собраться с силами и покорить данный вес. Легкость управляется с этим весом. Третьей попытки заканчивает рывок с результатом 26 квадратов. Установить 27 на штатах. Yeah.
после килограмма в третьей попытке. Прокопенко Светлана, третий подход. Внимание тренерам. Перерывы между рывком и толчком не будет. Прокопенко Светлана, давайте поддержим участников. Будет третья попытка. 228 килограмм. Установить 30 килограмм. Килограмм без Полянова Юлия. Вес готов. Полянова Юлия. Второй подход. МФСО. Чурикова готовится. Вес защитен. Чурикова Виктория. Второй подход. Чуйко Викторик, там подход. МВСО. Чуйко Викторик, там фиксирует вес 30 килограмм. Установить 32. Курдик Александра, первый поток. Полянова готовится. Используют все три попытки.
громкие, продолжительные овации провожают его разминочный зал. Установить 40 килограмм. Зрители, просыпайтесь. Не забывайте про наших спортсменов. Они приехали не только штангу поднимать, но и выступаться немножко. Ваши аплодисменты. Вес установлен. Первый подход. Наши юные спортсменки готовятся для того, чтобы выйти во втором движении, плечевыми руками. Так как перерыва у нас будет. Там, в разминочном зале, идет работа. Вес готов. Бычок Алена, второй подход. Бычок Алена, второй подход. Установить 44. Рывок, рекорд нашего турнира в этой весовой категории составляет 47 килограмм. Сейчас установится 44 килограмма на штангу. Вес готов. Бычок Алена. Третий заключительный подход. Собственный вес Алена 41 килограмм 650 грамм. Алена выигрывает, завершает рывок на 44 килограмма.